генерал, сочиненная, стихи сочинил боец этой дивизии, поэт Кадыр Даян, музыку сочинил композитор Закир Исмагилов. Эту песню, стихи живой Шаймуратов сам услышал. Однако в тяжелых боях при выходе из рейда на Украине под Ворошиловградом Дебальцево Штеревка Шаймуратов, генерал героически погибает. А песня остается. И дивизия его именем песню сохранила и до Берлина дошла. Эта дивизия 112-я, ставшая 16-й гвардейской. Из рядов этой дивизии вышли рекордное количество героев Советского Союза. 78 героев Советского Союза, 5 полных кавалеров Ордена Славы. Среди 106 кавалеристов Советского Союза Второй мировой войны, 78 героев Советского Союза, находятся у нас в Башкирской кавалерийской дивизии, 16-й гвардейской кавдивизии, 7-го гвардейского кавкорпуса. Вот мелодия. Башкортарки, те гурешка, одате попалде погурал, а той нате палдан бара, Шаймуратов генерал, а той нате палдан бара, Шаймуратов генерал. Шли полки башкир в атаке, провожал седой Урал, впереди на Аргамаке Шаймуратов генерал.